Посмотрите, какой такой маленький, такой уютный. Часы. Время без 15:04. Смотрите, все в таких красивых, ярких чернобрывцах. И сколько собачек. А это, наверное, какие-то местные герои. Да, Вань? Там, смотри, в конце есть написано, кто эти люди. Так ярко сделано, красиво. Прям так по-осеннему. Аккуратненько, так все выстрижено. Я очень люблю осенью чернобрывцев. У них такой насыщенный, красивый цвет. Здорово. А вот такие слоники. Мама, наверное, с малышом. Интересно, может быть, они что-то значат, эти слоники? Не знаю. Впервые, честно говоря, вижу, чтобы стоял дефибриллятор для спасения человека, реанимация. Ух ты, ничего себе. Я такого впервые, честно говоря, вижу, чтобы в Польше так стояло. Ну да, открывается и там для того, чтобы завести сердце человеку, пока мисс приедет скорая помощь. Мама. Вот смотришь, знаете, на вот это вот все. Там, смотрите, даже еще фонтанчик есть. Ну как-то так сделано с такой любовью все. Ой, хочется улыбаться. Смотрите, маленькая мельница там сделана. Это как одна из достопримечательностей этого городка. Клумбы. Там вон, ребята еще чего-то нашли. Маш, что там папа нашел? Ой, это какой-то памятник чему-то, да, Жень? Что это? Да, тут написано 11 сечня 1919 року с этого места вымаршировала смегерская компания повстания. По освобождению города? Нет. Или области? О вольности земли Великопольской. Великопольская это область. Вольность. Свободу. Свобода. За свободу. За свободу. И черными листьями деревья. Мы перешли на ту сторону и фонтанчик маленький. Такой вообще уютный городок, правда? Вот чем-то она похожа на Курник, да? Да. Только как-то поменьше, Курник побольше. Угу. Водичка. Холодная? Холодная вода? Да. Вот мы подошли к костелу. Мама, это что? Вот он такой тоже из красного кирпича. Какой красавец. Костел. В тюрьме хочется сказать церковь по привычке. Нет, костел. Сейчас зайдем, посмотрим, до какого он года. Ребята тут уже нашли. Можно я прочитаю? Ой, смотри, тут для папы, Римского. Павел II. Мусите быть моцным. Том моцным, который дает вера. Мусите быть моцным. Моцом веры. Мусите быть верным. Я Павел. Аминь. Аминь. Смотрите, крест поставлен 1923. Деревянный. Неужели он такой стоит? Сто лет. Ничего себе. Вы же, наверное, знаете, да, что я всегда люблю потрогать, почувствовать энергетику.
Да? Тут тоже есть вход. Часы правильно показывают. Без 4 минут 4. Там это... еще вдалеке еще один костел, смотрите, тот, там. Костел похож как в Берлине был. Круто. А тут, наверное, уже все, не пройдешь. Или пройдешь? Нет, тут все, уже не пройдешь. Служба началась. Тут написано, какого года костел? Нет. А что здесь написано? Это памяти. Вот там. Церковного деятеля. Который Арахи здесь был? В этом костеле был. Здесь вот на складу вообще ничего не понятно, что написано. Смотрите, как написано. На русском. Иисус ждет. Зайди на минутку. Здорово, как. Узенькие какие дорожки, да, Ванюс? Да, ага. А он уже дальше пошире. Дальше уже пошире? Смотри, мам. Это что? Вот. Символ города эти мельницы. Маленькая такая сделана, декоративная. Тоже светится ночью. Красота. Вот еще один костел. Сейчас тоже хотим зайти посмотреть. Вот. Там наш папа уже оттуда, наверное, уже что-то узнал. Сейчас к нему сходим. Там такой двор тоже есть при костеле. Тот старый костел, в котором мы были, был построен в 1405 году. Угу. Начал до строительства. И там в через 20 лет или через сколько-то там закончило строительство. Но потом в 1598 или 78 году был разрушен. Пожар был. Пожар был? Да, и полностью был разрушен. Но потом в 16 веке его на пожертвования христиан отстроили, угу. И он теперь такой, как есть сейчас. И он каждый, там, сколько там лет... 800 лет. Был реставрирован, да. Ой, каких 800? 600? 600 лет. Ну, давай посмотрим еще на этот. Этот вообще, видишь, совсем другого стиля. А, да, свежий он такой. На. Костел святого Станислава Костки. Смотри, орган есть. Бабуся, знаешь, заходишь в церковь, в церкви делаешь видео, там темно-темно. Здесь светло. Окна на всех этажах. Сейчас, наверное, будет служба. А ты где? Там жневам есть комбайн.
Ваня, как местечко? Тут комары. Старый. Гляньте, мы сколько идем, короче, приехали, тут еще один такой костел красивый. А тут столько гусей. Ходит, бродит. Мам, дядя не боится, что они уйдут? Да нет, они же, видишь, все держатся. Вон там остались. Идемте посмотрим. Да? Такой интересный, да, круглый какой-то. Уже закрыто, наверное. Закрыто, наверное, уже. А ну, Ваню, Машулька, попробуй. Закрыто уже, нет? Закрыто, да, уже? Бялч, бялч, Ваня, а не бялч. Эл, перечеркнуто. Сейчас посмотрю. Гляньте, какой тоже. Тоже лет 500 этому костелу. Сейчас попытаемся где-нибудь найти какую-то информацию. Может быть, написано где-то. Какого он года? Мы всегда, если где-то путешествуем, мы всегда видим костел, и мы всегда останавливаемся для того, чтобы зайти и посмотреть. Вот сейчас вот тут. Ну, не вижу здесь я. Сейчас еще посмотрю. Вечерняя служба уже идет. Папа там с Ваней задержались, да? Так прям называется, как костел в лесу. С той стороны лес, и с той стороны в лес. И тут костел. Интересно так. Не нашли дату создания? Я здесь не нашла. Там возле входа большая громадная таблица, там полностью вся история расписана. 1600-х годов. В 1672 году вот это именно здание. До этого здесь было древняное, оно сплынуло. В начале 1600-х годов был деревянный костел. И он сгорел. А потом в 1672 построили уже вот этот, который сейчас есть. И потом позже, еще через 100 лет, было добудовано там какие-то его части. Каплица или двойница, что-то такое. Ну, получается, 17 век. Ну, я так и предполагала, думаю, на около 500. Ага. Похоже очень на базилику в Познании. Внутри такое, видел? Да, да. Чем-то похоже, стиль такой. Я рассказываю зрителям, что мы всегда, если где-то путешествуем, и видим, где костел, ты всегда говоришь, останавливаемся и идем, останавливаемся и идем. Ну, интересно, как эта история красивая. Ну, давайте... Смотри, какой красивый. Вот особенно эта часть, вот эта вот за эту говорил, что позже потом была достроена. Кто говорил? Ну, дядечка там. Ага, там пан какой-то рассказал вам, да? Да, работе. Ой, смотри, какой тут красиво. Это звонница, видишь, это звонница, там он звон висит. Ага. А такое впечатление, глянь, вот это как будто бы можно там выйти, вот этот, видишь, вот этот выход. Да. Или там крыша. Там сверху черепица, а здесь просто покатая крыша. Угу. Тут такой прям темный кирпич, а там светлее. Да, вот потому же и видно, что здесь оно разным, в разное время, через 100 лет это построили. Понятно. Добудовали. А с той стороны вообще белое, видел там такое? Здорово.